Так, Super Fight Night у нас сегодня. Максим Пилых, Валерий Родионов, Урал Горловка, Кировск. Подает Горловка, Родионов. Так, первый сет Пилых перешли. Здесь у нас идет бегун Мисуреевич Максим. Здесь начинается Сафронов Теляга. Представитель города Ясенов. Как всегда, я говорю, жюри, блин. Так, ну посмотрим вот этот встречу в группе, посмотрим. Подает Максим Пилых, играет длинным шипом. Играет шипами он. Подачи такие вот они. Он все пропилил, такой защитник пилит. Родионов у нас тоже играет антиспином. Вот он подает Валерий Родионов. Ах, ошибся на подачу. Весь тоже такой. Много-много лет играет. Вот, заставляет ошибаться. У него там антиспин. Осака. Дойник, основание у него. Yes. 3-5. Так, 3-5. Здесь началась борьба Бурков Мисуреевич Евгений. Так, у нас сегодня получается такой закрытый турнир. Мы пригласили тут некоторых гостей поучаствовать. Не приехали спортсмены из Янакиева, к сожалению, не приехали. Так, есть у нас из Кировского, приехали с Ясеноватой. Вот пропилил как под сеткой, Валера ошибся. Пропилил так подачи, ошибочка. А, сетка, переподача. Шипами толкает, Максим шипами толкает. Запил, вращает тоже ракетку он. Вращает, подача гладкой. У него стоит свордовское защитное основание. Только Олег вообще красиво, как свечи набрасывал. Такие два, конечно, мощных спортсмена здесь встретились. Топсит, как Евгений. Подачка такая. Пилятся. За, ошибся Валера. Тогда первые встречи. Значит, два человека выходят в основной финал, два выходит во второй финал. Валера что сегодня, но не подает подачу. Ошибся. Так, и будет сегодня первых 5 призовых мест в основном финале. И одно место будет во втором финале. Пилит. Ах. Валерий Родионов тоже у нас такой очень-очень легендарный, опытный. Много лет такой защитник. Много ездит, много играет, участвует. Да. Очень много у него грамот, медалей, кубков у него. Огромный стаж. Уже, конечно, возрастной спортсмен уже. Вот Максим Пилых, это так молодой. Пилец, защитник такой мощный. Подачи такие вот аккуратно, как по нацеточке все бросает, сейчас шипом постоянно меняет. Вот Валера ошибся. Здесь перешли, не знаю кто, но как Валера достал. Вот такая игра у защитников на пропилах, на запилах, на плоских. Так, 4-7. Объявляет громко счет, хорошо Валера. Слева удар был от Макса. Ах, ну да, видно было, сначала запил Валера, хотя потом пришлось ему подымать так. Здесь подает Бурков, подачка. Так, Валера, это дойник основания, вот это вот. Такое клацающее. С такой ручкой вот внутрь, ну, в общем, известное основание у него. Так, 10-6. 10-6. Так, перешли. 2-0. 2-0 Пилых.